Так, приветствую всех, с вами Холдым. И мы, да, по логотипчику видите, мы возвращаемся в Доки Доки Плюс. Метаверсии. Enterprises Solution. Получается, Enterprises Solution. Продолжаем проходить игру. Я именно наконец-то возвращаюсь. Мы будем добивать оставшиеся сюжеты, три штучки. Будем их добивать. И немножко почитаем файлы. Кстати говоря, почту. Но это будет уже в дополнительных. Как только мы пройдем все сюжеты, и нам пооткрываются некоторые письма и другая фигня, и мы начнем залазить и рыться в почтах и файлах, так как я хочу полностью ее закрыть и даже все сообщения почитать, потому что мне просто интересно. Вот. Надеюсь, вам понравится такое возвращение. И рекомендую нажать на кнопочку подписаться, а то наши видео с подписки, без подписки смотрит 55% человек. Вам этого ничего не стоит, а мне зато приятно, это меня мотивирует, и вы будете первыми о видеороликах узнавать. А теперь, ну что ж, уважение, черт возьми, спустя целый год я возвращаюсь. Вперед, гоу. Посмотрим, как это будет слушаться. Так. Что-то звука нет, ну ладно. Прошло несколько недель с момента официального открытия клуба. Несмотря на все трудности, с которыми им пришлось поначалу столкнуться, Моника, Сайори и Юри сдружились еще теснее. Сайори даже почитала фэнтези, которую так любит Юри, и ей понравилось. А еще она сумела привить подругам любовь к поэзии. В один прекрасный день, ничем не отличавшийся от всех других прекрасных дней, дверь в клуб неожиданно приоткрылась. И порог переступила девочка, которую они никогда раньше не видели. О, вот она и Инацуки. Барахлит. Бать, еще и барахлит звук, во. Во, нормально. Во, теперь нормально. Как-то лучше. Но теперь погнали. Привет. Сайори радостно дергает Монику за руку, за рукав. Юри ерзает на стуле и утыкается взглядом в свою книжку. Ты в литературный клуб пришла? Да. Ой, супер, спасибо, что заглянула. У нас клуб еще очень маленький, и мы всегда рады новичкам. Точно. Приходи и садись, где хочешь. Можешь тут сесть, рядом со мной. Сайори подскакивает к своему стулу и упирается в него ладони. А Юри может заварить чай. Юри испуганно косится на Сайори, зачем же было привлекать к ней внимание. Нацуки молча окидывает взглядом всех троих и садится рядом с Сайори. Моника тоже устраивается поблизости. Когда они все оказываются так близко, Юри поднимается с места. Лучше ей правда чаем заняться. Там в углу на нее никто не будет смотреть. Ну что, давайте знакомиться? Давайте. Меня зовут Моника, и это я организовала клуб. Сперва я была в клубе дебатов, но мне хотелось сделать что-то для души, если ты понимаешь, о чем я. Поэтому я решила создать этот клуб, где люди могли бы погрузиться в литературу, литературное творчество, свое или чужое, и заниматься самовыражением. Знаешь, я так и поняла, что это твой клуб. Есть в тебе что-то такое? Ха-ха-ха, ты о чем? Ну как это объяснить? Ладно, неважно. Я не спешу выносить суждения о людях, которых вижу впервые в жизни. Это очень по-взрослому. Я всегда сужу о людях слишком строго. Сайори, это неправда. Чистая правда. Бесстрастный голос Юри доносится из другого угла комнаты. Нацуки хихикает. Подожди секунду, я понял, кто там что говорил.
Ой. А ведь правда она. Как-то странновато, строгость обычно под Нацуки подходит. Ну или Монику, возможно. Меня зовут Сайори. Я люблю знакомиться с новыми людьми и узнавать их ближе. А еще я люблю стихи. Правда? Как это по-взрослому? Хи-хи-хи. Я и есть взрослая. Электрический чайник Юри начинает громко побулькивать. А это Юри. Сайори переходит на шепот. Она застенчивая, но очень добрая и ужасно умная. Обожает толстые книжки, фэнтези и чай. Я ее люблю. Что ж, теперь моя очередь, да? Меня зовут Нацуки. Я люблю слушать музыку, тусоваться и все такое. А еще я обожаю клубничное мороженое. Ой, давайте поедим мороженого. Ой. Я больше всего, наверное, люблю мороженое с печеньями. С печеньками или шоколадное? Нет, с печеньками. А Моника скорее, я думаю, ванильное. Что? Я все время тесты прохожу в интернете. Те, что промороженные, самые точные. А какое мороженое любит Юри? Нацуки пожимает плечами. Зеленым чаем, я думаю, ха-ха-ха. Я пошутила, не знаю, что любит Юри. Ну, ладно. У вас прикольно, вы просто тусуетесь или еще что-нибудь клубное делаете? Да, и клубным, и клубное делаем тоже. Нас всего трое, и пока все не слишком четко организовано. Мы просто собираемся вместе и занимаемся тем, что нам нравится. Но я все время думаю о том, что деятельности клуба нужно хоть немного упорядочить. Я давно этот клуб создала, так что пора навести порядок. Кстати, Нацуки, а ты какую литературу любишь? Может быть, ты тоже готова нас чем-то увлечь? Ну, наверное, я люблю литературу. Ой, я мангу люблю. Мангу? Ой, сейчас начнется это самоуважение ведь. Интересно будет узнать, как развивались вот эти отношения Моники и Нацуки с их мангой. Кстати говоря, я реально... Теперь я, по правде, больше всего поддерживаю именно... Больше Нацуки, еще больше Нацуки поддерживаю, так как я тоже на мангу подсел что-то в последнее время. И это реально хорошая литература. Причем и некоторые ужастики, ну, как там, «Остров гигантских насекомых» и другая криповая хренотень, не очень приятная. Не хуже каких-нибудь там «Оно» и других таких вещей. И покрасочнее, даже пожестче, более жесткие. Так, ладно, закончим наше погружение в мои предпочтения в манге. А чего ты с таким лицом это говоришь? Хе-хе-хе, я хочу читать мангу в клубе. Так, стоп, погодите. Это просто замечательно. Я все это время, Юри возвращается с подносом, уставленным чашками, и пристраивает его на свободном столе. Я столько читаю глубоких, серьезных книг. Мне бы не помешало отдохнуть над чем-то попроще. Манга не примитивная. Если ты так считаешь, ты просто не улавливаешь сути. Я совсем не то имела в виду. Ладно. А кроме манги, тебе еще какая-нибудь литература нравится? Если честно, то нет. В таком случае, может... Ой, да хватит уже. В таком случае, может, тебе будет интересно в клубе любителей аниме? Ты серьезно? Не пойду я ни к каким анимешникам. Они все такие странные. И вообще, что ты придираешься? Манга — это тоже литература, правильно? Наверное, если брать определение литературы в самом общем смысле, то да.
Ясно. Послушайте, я буду делать в клубе все, что вы захотите. Пожалуйста. Пожалуйста, примите меня к себе. Я никогда я никого доставать не буду. Если вы мне разрешите тут держать свою мангу и тусоваться после школы, я готова буквально на все. Так что, договорились? Не вижу в этом ничего плохого. Спасибочки. Ты просто супер. Моя манга уже в школьный в школьный шкафчик не влазит. Я сейчас схожу за ней, ладно? Нацуки поднимается с места. Тебе помочь? Не надо, сама справлюсь. Не хочу тебе свой шкафчик показывать, ха-ха-ха. Как хочешь, но он точно может быть ужаснее, чем мой. Но он точно не может быть ужаснее, чем мой. Надеюсь, мы этого никогда не узнаем. Нацуки выходит из клуба. В комнате воцаряется молчание, которое нарушает только Юри, тихонько попивающий чай. Кажется, я рисковато с ней пошлась. Да ладно, не переживай. По-моему, Нацуки прикольная. Возможно, но ведь на самом деле она совсем не интересуется литературой. И это нормально. Таких людей много. Но она говорит про участие в делах клуба, как будто это тяжелая повинность. Тяжкая повинность. Ее чай скоро остынет. Точно. Это тут вообще ни при чем. Я думаю, каждому человеку надо дать шанс. А вдруг вы сумеете сделать ее счастливой? Вдруг мы сможем сделать ее счастливей? Она может полюбить литературу когда-нибудь потом. Мне кажется, ты просто хочешь почитать ее мангу, Сайори. Ты за кого меня принимаешь? Прости, я не хотела тебя обидеть. Мне просто все это не по душе. Юри, а ты что думаешь? Ничего. Она сказала, что никого не будет доставать. Значит, и меня тоже. Поэтому... Хочешь сказать, я тебя достаю? Хочешь сказать, я тебя достаю? Так, надо отдохнуть. Ой, даже, блин, в хорошем настроении у меня не хватает прям много таких прям сил долго читать. Нет, ты всегда радуешь меня своим присутствием. Хе-хе-хе, я просто нарываюсь на комплимент. Я просто нарывалась на комплимент. Я знаю. И все-таки, я правда считаю, что мы должны дать ей шанс. Ну, ладно. Однако деятельность клуба действительно пора бы как-то организовать. Я готова тебе помочь. Внезапно слышится глухой удар в дверь. Что это? Сайори поднимается, доходит к дверям и распахивает ее. Уф, спасибо. Нацуки заходит, пошатываясь под весом трех коробок с мангой. Она медленно наклоняется и аккуратно сгружает свою ношу на пол. Вот это коллекция! Сайори радостно хихикает. Отдышавшись, Нацуки отвечает. Еще одна коробка осталась. Я сама потом все разложу. Я знаю, как их выставить по порядку. Моника встревоженно переводит взгляд на Сайори. Взгляд Сайори на Юри и обратно. Мы точно хотим это в нашем клубе? Или это как раз то, что надо, чтобы встряхнуть клуб и заставить всех шевелиться? Кажется, клуб понемногу становится серьезным делом. Кстати, да, мы же играем от лица Моники, получается. На следующем собрании клуба Моника приходит первой. С тех пор, как к ним присоединилась Нацуки, ей тревожно и неспокойно. Но почему я так нервничаю? Моника расхаживает туда-сюда и пытается разобраться в своих чувствах. Нацуки обещала никого не доставать. Почему же мне кажется, будто вокруг все изменилось? Пока Моника думает о своем, дверь клуба открывается. Появляется Нацуки с коробкой. Так недовольный.
Моника выдавливает из себя улыбку, пока Нацуки идет к шкафу. Нацуки также неестественно улыбается в ответ. Помощь нужна? Нет, я сама. Моника неловко пытается завести разговор, но ничего не выходит. Она с любопытством заглядывает в шкаф, куда Нацуки складывает свою мангу. Когда-то тут были скучные школьные принадлежности, а теперь полка перестает яркими обложками с красивыми картинками. Ну вот, смотри, на верхней полке почти пусто. Может, там все расставить? Я туда не дотянусь, будет неудобно. Да, но... Моника вздыхает. Учителя спросят, зачем тут столько манги. И мне придется говорить, что это для литературного клуба. И что? Моника отступает на шаг, натыкаясь спиной на стол. Между ними воцаряется напряжение. Ощущение такое, словно дружескую расслабленную атмосферу прошлых недель засосало в черную дыру. Ура, ура! Всем привет! Глаз залетает Сайори. Я вижу, у кого-то отличное настроение. Точно, потому что у меня есть вот что. Сайори демонстрирует печенье в прозрачной упаковке. Я нашла деньги и купила печенье. О, какая прелесть. Сайори подбегает к шкафу и любуется разноцветными обложками. С чего мне лучше начать? Можешь для начала поделиться со мной печеньем. Да ты что? Я всю свою удачу потратила на то, чтобы эти деньги найти. Если хочешь попасть в мое королевство, плати налог, деревенщина. Бу. Сайори сдается, разворачивает печенье и отламывает кусок Нацуки. В клубе бесшумно появляется Юри. Моника с мольбой смотрит в ее сторону, и Юри, понимающе, кивает. Вот и все. Вот и все и собрались. Хотя в клубе прибавился всего один человек, ощущение такое, будто здесь стало вдвое оживленнее. Я думаю, нам надо сегодня обсудить, чем мы могли бы заниматься в клубе, и выбрать, с чего мы начнем. Нас теперь четверо. Было бы здорово придумать какие-то общие занятия для всех. Что скажете? Я согласна. Отлично, у меня есть пара идей, но я хочу послушать ваши предложения. Мне очень нравится узнавать о том, что интересно всем остальным. Давайте выделим каждый из нас отдельный день, чтобы рассказать другим, что мы любим читать больше всего. Интересная мысль. Что-то мне подсказывает. Моника косится на Юри и Нацуки. Обе явно не горят желанием знакомиться с литературными предпочтениями друг дружки. Может, попробуем придумать что-то такое, что всем понравится одинаково? Например, выберем книжку, которую все прочитают, или что-то еще в таком роде. Я считаю, мы все должны расширять свой кругозор, а не цепляться за то, что нам и без того знакомо. Мне почему-то кажется, что это камешек в мой огород. Нацуки, ты же сама говорила, что готова делать в клубе все, что мы захотим. Ну да, только это не означает, что ты можешь игнорировать мнение остальных. Мне понравилось предложение Сайори. Мне тоже. Да, но... Честно говоря, опять-таки, тут даже демонстрируется, знаете, такое прям желание контроля со стороны Моники. Она все хочет контролировать и как-то выстроить. Хоть отчасти это понятно и очевидно, что клуб нужно как-то организовать, но она, так скажем, подавляет все другие желания людей. Как минимум Нацуки вон и Сайори за. Юри, скорее всего, также поддержит их идею. Ну, еле-еле как, просто из-за мнения большинства. Тут, как говорится, Монике надо пристроиться к демократии. Тут все-таки не три человека, которые все любят литературу. Тут вот новенький экипаж появился. Моника тянет паузу. Хотя Моника позволила Нацуки вступить в клуб, она не может себя заставить уступить требованиям новенькой.
Если Нацуки не уважает клуб, с какой стати Моника обязана учитывать ее мнение? Нацуки, а у тебя точно нет других литературных интересов, которыми ты могла бы поделиться с клубом? Честное слово, я не против, чтобы ты держала тут свою мангу. Я просто... Нацуки внезапно поднимается с места, не дав Монике договорить. Я поняла. Так, это у меня голос. Я поняла, мне тут не рады, так что я просто уйду. Хотя вообще-то ты могла бы мне это сказать напрямую, так было бы проще. Мне кажется, ты слишком торопишься с выводами, но отговаривать не стану. Поступай, как считаешь нужным. По правде, тут ты буквально показываешь, что ты правда ее выдавливаешь. Ты ее немножко толкнула за дверь, попыталась подтолкнуть к двери, а теперь ее не пытаешься удержать. Это ни хрена неприятно. Нацуки бросает на Монику короткий взгляд и выходит. Да что ж такое? Саюри бросается за ней следом. В классе остаются Моника и Юри. Второй раз за сегодняшний день Монику устала... опускаться на место. Ну почему я такая вредина? Нет, это она вредина. Все сделала, чтобы я участвовала, чувствовала себя виноватой. Моника поднимает на Юри взгляд в поисках поддержки. Юри отворачивается. Скорее всего, она искала самый маленький, самый немноголюдный клуб, чтобы не пришлось там ничего, ничем заниматься. Как она может требовать от меня уважения, если она сама не уважает клуб? Юри, скажи, разве я не права? Я мало что смыслю в таких вещах. Моника вздыхает. Я тоже. Понятия не имею, что делать. Я никого не хочу обижать, но мне кажется, что у клуба должен быть смысл, и его надо поддерживать. Люди должны приходить к нам, чтобы выражать свою любовь или к литературе, или хотя бы ее развивать. Ну, как бы говоря, ну, опять-таки, тут все к определению, но она слишком консервативна. Манга — это тоже литература, авторы ее пишут, и некоторые с крайним знамениты, благодаря своим творениям, и они ничуть не хуже некоторых книжек. Это, как говорится, просто расслабляющие такие книжки, но они заслуживают права быть... хотя бы на уровне с литературой. Так, может, она не очень не подходила к клубу, а? Моника сидит молча, пытаясь понять, куда ее завели все эти мысли. Юрий выглядит напряженный, но ей, очевидно, не хочется больше ни о чем говорить. Ты можешь просто сидеть и читать свою книгу. Я понимаю. Тебя это все не касается. Касается. Да. Да? В каком смысле? Ну, я не могу спокойно читать, если вокруг меня все так тревожно и не гармонично. А, с ума сойти. Выходит, я сейчас своими руками разрушаю весь клуб. Это... не совсем точное умозаключение. Я знаю, прости. Я просто выражаю свое раздражение и чувство вины, наверное. Да? Это странно. Мое раздражение хочет все свалить на Нацуки, а чувство вины говорит, что причина во мне. Ох, а почему так трудно мыслить рационально, когда это нужно нужнее всего? Я бы не сказала, что ты ведешь себя иррационально. А вот Нацуки, да, она не имеет права приходить сюда и чего-то требовать от клуба, от твоего клуба. Манга — это глупость, ей тут не место. Нацуки должна быть благодарна уже за то, что ты согласилась держать все эти книжки у нас. Ты права, конечно. И все же, я даже не знаю, не слишком ли резко так говорить про то, что это глупость, и манги тут не место. Ты разве так не считаешь? Ты все сделала для того, чтобы эта манга оказалась от клуба как можно дальше. Поэтому я решила, что ты ее тоже терпеть не можешь.
Неправда. В общем... Моника вспоминает их стычку с Нацуки и постепенно начинает прозревать. Да, наверное, ты права. Будь этот что угодно другое, кроме манги, разве я бы вела себя так? Выходит, я просто пыталась себя убедить, что к манге это не имеет отношения. Мне очень неловко, что я себя так вела. Моника со вздохом подходит к шкафу. Она смотрит на яркие цветные обложки. Это совсем не то, о чем я думала, когда создавала литературный клуб. Я имею право отстаивать свое мнение. Моника опять принимается подыскивать доводы в свою защиту. Как все сложно. Моника до сих пор над этим не задумывалась. Где провести линию между тем, что можно считать литературой, а что нет? В глубокой задумчивости она берет наугад один из томов манги и принимается его разглядывать. На обложке в броских позах красуются 4 очаровательных девочки в коротеньких юбочках. Да уж, обложка выглядит нелепо, что Моника, не удержавшись, открывает книгу. О, все! Подожди, а сколько времени нам занял один эпизод? Подожди, 20 минут? Ну, знаете, тогда на этом и понятно, это по 30 минут, кстати, это довольно оптимально. Такс. Ну что ж, одно дополнение мы прошли. Да. Следующее уважение мы будем проходить чуть позже. Или как вы думаете, или еще чутка? Давайте тогда почту почитаем чутка. Топ-сюжет, кстати. Топ-сюжета. Так. Давайте. Почта. Реаворд. Безымянная почта группа «Не использовать». 8 декабря 2019 года, 06. Топ-сюжет. Спасибо всем, кто так хорошо поработал над симулятором контроля. Не представляю, сколько труда ушло на то, чтобы скрыть от Моники то, что у нее имелся повышенный допуск, не разрывая нашу связь с ВМ. Просто хочу уточнить, все эти записи подмечены как доп-сюжеты. Это же часть симулятора контроля, верно? Я вижу кое-какие подробности из жизни персонажей, которые отличаются от тех, что имелись в BM1. Это эффект бабочки после масштабных изменений, внесенных Моникой, или просто результат того, что она творила с другими персонажами в BM1, когда экспериментировала или развлекалась? Если я ничего не упускаю, у нас всего образовалось 5 разных вселенных, причем 3 или 4 из них были созданы, а потом уничтожены Моникой. Забавно. Меня не оставляет мысль о том, какая из этих вселенных настоящая, но на самом деле они все реальны. Примерно настолько же, насколько и мир, в котором мы живем. Metaverse Experience Solution. Enterprise Solution. Системный администратор Реаворда. iFluster. Хороших выходных. Безымянная почта. Не использовать. 9 декабря 2019 года. 06. Кстати говоря, блин, это в то время, когда я и играл в игру. До конца недели меня не будет, так что обращайтесь к Грави. Если нужен сервер. Но вообще-то он будет обрабатывать мои задачи еще пару дней. Сколько данных мы собрали за эту неделю? Предлагаю собраться и обсудить результаты, когда я вернусь. Главный инженер iFluster. Metaverse Enterprise Solution. Неплохо. Неплохие такие маленькие почтовые штучки. Ну что ж, погнали, я думаю, дальше. Еще чуточку-чуточку поиграем. Уважение. Еще чуточку. Начать дополнительный сюжет. Давайте сохранимся, потом сохрани и сделаю, чтобы не мучиться. Так, теперь, скорее всего, будем смотреть от лица Сайо Нацуки или посмотрим, что у них там происходит. Вот блин, ну почему Моника такая вредная? Сказала бы спасибо, что я вообще вступила в ее дурацкий клуб. Что-то больше туда никто и не торопится. Моника обычно очень милая,
Она все делает для того, чтобы нам нравилось в клубе. Конечно, конечно. Ну, как правило. Может, она и милая, когда не осуждает других людей за их вкус. Но вот люблю я мангу, и что с того? Почему нельзя принять чужие увлечения спокойно и не задирать нос? Я мангу люблю. По-моему, манга прикольная. Вот, ты сейчас тоже говоришь снисходительно. Прости, пожалуйста, я совсем не то имела в виду. Я просто хочу тебя поддержать. Нацуки вздыхает. Эх, я вижу, извини, но мне так обидно, ужас. Хочешь, я с Моникой поговорю? Я не знаю, она все равно обо мне не лучше. Обо мне лучше думать не станет. Даже если ты ее убедишь взять свои слова обратно. Это ничего не изменит. В клубе меня все равно не будет. В клубе мне все равно не будут рады. По-настоящему. Надо найти другой клуб. Вот и все. Постой, не надо спешить. Мы что-нибудь придумаем. Ну, пожалуйста. В конце концов, ведь я вице-президент клуба. Вроде бы. Я не хочу, чтобы ты уходила. Не хочется, чтобы у нас всем... Чтобы у нас все... Чтобы у нас всем было хорошо. Чтобы все были рады друг другу. И я надеюсь, так будет и для тебя. Я хотела спросить. Почему ты решила вступить в литературный клуб? Ну... Нацуки мнется. Это ужасно глупо. Не надо так говорить. Не бывает глупых причин там, где всем рады. Мне не были там рады. А как же я? Так вот. Только никому не говори, хорошо? Особенно Монике. Обещаю. Нацуки вздыхает. Мне просто надоело, что меня вечно все вокруг осуждают. Я ни с кем не могу обсуждать то, что мне нравится. Тут же начинаются едкие комментарии. Понятное дело, мне плевать, кто обо мне что думает. Но в описании литературного клуба было сказано, что там каждый может быть собой. Или как-то так. Вот я и решила рискнуть. Но, похоже, опять ошиблась. Нацуки обреченно пинает стену носком туфельки. А еще я люблю сочинять. Правда? Почему же ты об этом Монике не сказала? Потому что она на меня смотрела свысока, и я просто не стала говорить то, что ей так хотелось от меня услышать. Она не заслужила такой победы. Если бы она узнала, что мне нравится сочинять, она бы стала говорить то же самое, что и все. Отговаривать меня от манги, в пользу чего-то серьезного. Какое-то время они обе молчат. Сайори понимает, что Нацуки все не вернется в клуб. Об этом не может быть и речи, по крайней мере сегодня. Но у Нацуки, как и у всех остальных, была причина для вступления в клуб. И клуб должен встретить ее с распростертыми объятиями. В этом весь его смысл. Ты заслуживаешь права на самовыражение не меньше, чем все остальные. Для этого и существует наш клуб. Поэтому я постараюсь все уладить. Честное слово. Ну и вот на этом месте мы остановимся. Давайте сохранимся. А нельзя? Ну что ж, давайте тут и остановимся. Отлично. Как раз таки 35 минут где-то. Надеюсь, вы остались довольны возвращением. Нужно будет мне немножко опять поискать эти... Какой-нибудь интересный шрифт. Скорее всего, шрифт на превьюшке изменится, так как старый, я просто уже не помню какой. Но да ладно, и все равно на это. Главное, я постараюсь хотя бы ту же цветовую палитру подобрать. Пишите комментарии, предлагайте игры для прохождения, обсуждайте игру, буду рад с вами поболтать. Заглядывайте в описание, там будет ссылочка на мой Discord сервер, буду рад вас там видеть. И не забывайте жать на кнопочку подписаться и на колокольчик. И с вами я, конечно же, не прощаюсь.
Скоро увидимся!